Логистика и реклама. Эти два фактора играют ключевую роль в развитии туризма, считают участники форума приграничного сотрудничества. Помимо выставки, каждая делегация подготовила презентации своих туристических продуктов. И казахстанцы, и россияне уже сделали первые выводы. Что заинтересовало обе стороны, узнаете в нашем материале. Два национальных парка, два заповедника, объект всемирного наследия ЮНЕСКО, мавзолей Ходжа Ахмеда Ясауи, городище Отырар. В Туркестанской области очень большой потенциал в сфере туризма. Особенно интересен этот регион тем, кто хочет погрузиться в историю древнего Казахстана. Предложить могут и оздоровительный комплекс. Курорт Сарагаш – один из топовых в стране. В целом туризм развивается, доказывают это и цифры. В этом году туристов в данном регионе было на 20% больше, чем в предыдущем. В прошлом году 270 тысяч – официальная статистика. У нас есть туристский информационный центр, который ведет свою внутреннюю статистику. И за прошлый год за его услугами обратилось порядка 300 человек. Это из стран СНГ. Ну, в основном к нам приезжают европейцы, к нам приезжают Юго-Восточная Азия, Япония, Корея и так далее. А вот число отдыхающих в Краснодарском крае доходит до 15 миллионов в год. Но иностранцев среди них всего миллион. Хотелось бы больше, говорит министр курортов и туризма Христофор Константиниди. Потому в течение 5 лет в отрасль планируют инвестировать 200 миллиардов рублей. Интересует их опыт других областей. Хорошее большое мероприятие. Очень важно, что главной темой форума в этом году стало развитие как раз туризма. Двухсторонних отношений России и Казахстана. Безусловно, интересно, познавательно для нас открылся Казахстан. Сегодня мы общались с коллегами и, конечно, объекты природные и объекты санаторные, которые есть на территории Казахстана. Очень заинтересовала как раз та область, которая приглашает на Байконур для присутствия на стартах. Речь идет о Кызылординской области. Ее главная гордость – космодром Байконур. Увидеть, как взлетает ракета – зрелище стоящее. На прошлом запуске побывали 850 человек. Количество космотуристов планируют увеличивать на 30-40% каждый год. Путевка стоит от 150 тысяч тенге. Приехали участники не только с презентациями, но и с конкретными предложениями. Нужно налаживать транспортные сообщения и продвигать рекламу, говорит председатель Государственного комитета по туризму Татарстана Сергей Иванов. Безусловно, в первую очередь логистика. Необходимо существующую логистику улучшать. То есть даже автобусное, например, сообщение или автомобильное сообщение должно быть более простым, удобным и легким. То есть это в первую очередь касается перехода границы и единого даже страхового пространства. Второе – это, безусловно, реклама и информация. То есть нам не хватает информации друг о друге. Мы все знаем про Казахстан, но слабо представляем, что есть в Казахстане. То же самое в Казахстане знает про Казань и про Татарстан, но достаточно плохо представляет, что есть конкретно в Казани и Татарстане. Вот поэтому вот эти две области, над которыми, я думаю, будем работать. Выставка очень интересный дизайн. Сегодня Татарстан посещают 15 тысяч жителей нашей страны ежегодно. В Казахстан приезжают почти столько же туристов из этой страны. Жансулу Тастемирова, Михаил Казначеев, Жолдузбек Ермуканов. Новости НТРК.